Так делаются кирпичи. Здрасте. $1. Я только посмотреть. Как вы ловко делаете кирпичи. Раз-раз, как пирожки. Тык-тык-тык. И готово. Главный пекарь чувствуется. После того, как кирпич сформован, он укладывается ровными рядками на просушку. Здесь происходит, так я понимаю, окончательный обжиг кирпича в печке, вот в такой. Да. Да, рассказывай, рассказывай. То есть там внутри горят дрова, да? Yeah. Туда сверху накладываются кирпичи и наверху сушатся. Вот у меня появился гид. Правда, он говорит по-английски. Что-то мне все объясняет. Yeah.